Подарки к 150-летию университета имени Мечникова – это издание нескольких юбилейных книг, посвященных лауреатам Нобелевской премии, которые проводили свои научные изыскания в Одесском университете. Кроме того, в научной библиотеке АНУ имени Мечникова ученые и студенты смогут ознакомиться с собранием в одном томе средневековых гравюр. К печати это издание готовилось на протяжении 2 лет. Впервые на нашей практике такое издание. Оно наполовину искусствоведческое направление. Но мы отошли от того, в чем мы не специалисты. Мы все-таки книговеды и библиографы и старались держаться вот этого своего направления. Поэтому первый раздел шедевров – это было развитие книговедческой деятельности, книгоиздательской в Европе. При помощи гравюр. Также университет получил в подарок от своих научных сотрудников ценное издание, посвященное 150-летней истории Альма-Матер. Книга является своеобразным путеводителем по вехам и достижениям вуза. Підготовлені колективом нашого університету, перш за все науковою бібліотекою і нашими співробітниками усіх підрозділів, той частині, що стосується монографії, присвяченій 150-річчю університету. Кроме того, на торжественной встрече в честь юбилея были вручены почетные награды. Их удостоились сотрудники университета и члены Национальной академии наук Украины за весомый вклад в развитие отечественной науки. Здравствуйте.